Перемен требуют наши дома. И на пути к ним нужны решительные действия. Глава округа Андрей Булгаков принял твердое решение о необходимости отстранить от работы управляющую компанию «Паритет». Накануне, пообщавшись с жителями в сквере и в офисе управляющей компании, стало ясно, что все кредиты доверия компании исчерпаны. Глава поручил сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства и территориального блока провести мониторинг состояния жилого фонда и аналитику жалоб и обращений. Исходя из печальных результатов, подробно рассмотренных на совещании в Центре управления регионом, принято решение запустить процедуру и подготовить подробную дорожную карту по смене управляющей компании.